Дмитрий Генералов 3 года проработал на заводе «Прогресс». Он обрабатывал металл после залива. Сейчас временно не трудоустроен. Узнав о ярмарке вакансий на ПАО ОДК «Кузнецов», немедленно отправился на встречу, чтобы найти новую работу по душе. Стабильность. Большое предприятие. Карьера. Тоже требуется молодые специалисты. Сегодня ПАО ОДК «Кузнецов» нуждается в конструкторах для разработки новых двигателей, где применяется современная технология проектирования. Предприятия оснащают современным оборудованием. Для работы на новых станках нужен и новый подход. В планах на несколько месяцев заполнить все имеющиеся вакансии. Провести еще 2 ярмарки вакансий готовится в поселках Управленческий и Винтай. Предприятие в настоящий момент находится на очередном новом бурном витке своего развития. Только с помощью молодых заряженных людей мы видим развитие нашего производства и развитие ПАО ДК «Кузнецов» в частности. Для некоторых вакансий, представленных на ярмарке, не требуется опыта. Более того, будущих сотрудников готовы обучить. Завод принимает активное участие в реализации национальных проектов образования и производительность труда и поддержка занятости, которые инициированы президентом страны Владимиром Путиным. Подготовка профессионалов – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. Этому вопросу большое внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас ОДК «Кузнецов» набирает студентов вузов на целевые программы, после чего трудоустраивает их на предприятия. В основном это направления, которые касаются технических специальностей и особо востребованы на заводе, например, конструктор или технолог. Мария Лчан, события.